трех языках – греко-латино-славянском. Контакт Пасхи и величание недели Антипасхи. Хорошего настроения и воскресного дня. Со словами пасхального приветствия выступит священник воинского храма святого благоверного князя Александра Невского Александр Цыганов. Братья и сестры, Христос воскресе! Поздравляю с началом пасхального молодежного слепого фестиваля. На прошедшей неделе каждый день во всех храмах были пасхальные службы, каждый день была Пасха, каждый день был крестный ход. Мы отмечали самый великий, самый торжественный день. День, когда Господь победил своей смертью нашу смерть. Господь победил дьявола, победил ад, победил грех. И у нас теперь надежда есть на жизнь вечную в Царстве Небесном. Всех вас от всего сердца поздравляю с этим праздником. И посылаю Божье благословение на фестивале. Молодежные пасхальные. Храни вас Господь, Христос воскресе. К микрофону приглашается Гаврилов Александр Николаевич, начальник городского комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи. Добрый день, дорогие друзья. Позвольте от имени властей города Пскова вас поздравить с этим замечательным праздником. Праздником, который на самом деле сотворяет жизнь, означает радость, означает счастье, означает будущее. Христос воскресе! Слово предоставляется Тюменцеву Валерию Анатольевичу, депутату Государственной Думы, соорганизатору фестиваля и директору Северо-Западного центра социологии и маркетинга. Уважаемые организаторы, уважаемые присутствующие, разрешите от имени главы города Пскова, от депутатского корпуса Псковской городской думы поздравить вас с этим замечательным светлым праздником.
Сегодня мы думаем все о добром, хорошем. И поэтому желаю вам всем счастья, добра, любви. И одним из таких добрых дел, которые мы все сможем с вами сделать сегодня, это участие в благотворительном аукционе, который пройдет буквально через несколько минут. С праздником вас! Христос воскресе! Все организаторы подготовили для вас множество интересных площадок и мастер-классов. На улице вокруг экспоцентра развернулись площадки. От Псковской областной общественной организации «Былины доброго Пскова» работает «Лучный тир». Рядом с ними площадка с научным шоу «Познавай» и компания «Профессор Открывашкин». Корпорация отдыха и развлечений перед входом и сбоку. Пасхально-сказочная и пасхально-спортивная. Народные забавы с фольклорными коллективами «Уграда» и «Сковорошина» уже начали свою работу. С другой стороны, рядом с лучным тиром, сообщество «Рафенсварк» с показательными полетами хищных птиц и фотоплощадками. А сейчас первыми подарят свое вокальное творчество вокальная студия «Карамелька», дуэт Прокофьева Вероника и Алексеева Дарья. Хлопайте в ладоши. Первый раз выходим мы на сцену, глазки словно солнышки горят. Этого концерта ждали все мы, даже самые младшие из ребят. Все мы любим танцы, шутки, песни, целый день готовы выступать. Нам сегодня очень интересно, как нас будут зрители встречать. Да, хлопайте в ладоши, мы будем веревать. Так вот нам здесь хороший, на сцене первый раз. И бабушки, и мамы волнуются за нас. Mine.
Песня «Будем вместе». Аукцион «Пасхальные куличи» по сбору средств на лечение 9-летней Дарьи Ардашевой. Специально для аукциона участники изготовили для вас эксклюзивные пасхальные куличи. Уважаемые гости, вы уже можете подходить и пробовать пасхальные куличи. Thank you.
танцев с собаками. Анна Морозова с бордер колли Ясуном. Страстная танго.
парочку станцуют гости из Санкт-Петербурга. Чемпионка мира и мастер спорта по танцам с собаками Людмила Ейбогина. И замечательный бордер-колли Ларри. Thank you.
Громкие аплодисменты!